Всем привет! Итак, мы продолжаем прохождение Бог войны, призрак Спарты. И давайте мы откроем сейчас ништяк, который мы оставили в прошлом выпуске. Окей. И поднимаемся. Вдали высился храм Посейдона. Величественное здание, воздвигнутое жителями Атлантиды во славу их защитника. Бога морей. Ясненько, ясненько. Окей, по бокам у нас ничего нет. Познай себя и познаешь свой путь. Окей. Так, у нас опять очередная иллюзия. Ну ладно. Ух ты, у нас что еще брат, оказывается, был? Как я соскучилась, Кратос. Что за наваждение? Очередная ловушка? Нет, сын мой. Это я. По милости твоего отца, я так долго ждала. Моего отца? У нас мало времени. Кратос, твой брат не может ждать. Кратос! На помощь! Деймос? Он жив. В страшных муках. В глубинах царства смерти. Он мертв. Ты сказала, что он... Прости меня. Мне пришлось солгать. Теперь слушай меня. Храм Ареса в Спарте... Там ты узнаешь, как отыскать брата. Путь будет непростым, но ты должен помочь ему. Должен, Кратос. Спаси его. Нет, не может быть. Как? Как ты посмела? Твой отец приказал мне молчать. Отец? Кто мой отец? Не шутя. Thank you.
Так, еще раз уклоняемся. Хрязь. Вот ёп. Растыкал. Ладно, вторая попытка. Блин. Чё ж ты мне другое высветило? Окей. Спустив последний вздох и сбросив с плеч тяжкую ношу, она наконец-то обрела покой, к которому стремилась столько лет. Ярости Кратоса не было предела. Судьба снова толкнула его на грань безумия. Это жестко. Браслет Калиосто. Памятная вещь матери Деймоса и Кратоса. Пройдите игру, чтобы воспользоваться этим предметом. По любасику я ее пройду. Да, вот это жестко. Я впервые узнал, что у нашего любимого Кратоса есть еще и братец. И наконец-то он, получается, только в этой части узнает, кто его настоящий отец. Все ясно, теперь с чего все началось и так далее. Теперь я все понял. Так, у нас ничего нет. Глаз Атлантиды. Древний талисман Посейдона, в котором заключена мощь Атлантиды. Наконец-то мы получили магию. Ага, нажмите влево, чтобы воспользоваться оком бури. Мигающий индикатор означает неисчерпаемую магию. А, прикольно, однако. Мне понравилось. Так. Окей, идем на правую сторону.
забираем два ништяка. Третий глаз. Окей. И наше первое перышко в данной игрушке. Так. Ну а теперь продолжаем наше путешествие. Спасибо за бесплатное такси. Вы оба толкаете, надо сбросить давление. Так, окей. Учитель, я слаб. Помогайте вы. Так, что у них там происходит, интересно. Окей, второе перышко. Так. Ну что ж, давайте засейвимся. Коли нам позволяют. Итак, я снова с вами. И мы продолжаем. Ну что ж, давайте откроем наши ништяки. Окей. Я надеюсь, вниз к ним нам не нужно было как-то попасть. Или, может быть, нам пока этого не требуется. Ну да ладно. Как всегда, если я где-то в чем-то ошибся или неправильно сделал, то напишите мне в комментах, чтобы я хотя бы знал об этом. Что я где-то что-то пропустил. Так. Хорошо. Оно хватит уже, вы чё? Так, аккуратно. Окей, сейчас мы будем опять. Тихо. Забираем ништяки. Так, а я забыл, какими надо раскачиваться. Ага, ноликом. Мы раскачиваемся. Ай-яй-яй. Ладно. Сейчас еще раз попробуем. Так. Окей. Ломаем. Все ломаем. Все, что можно, все ломаем.
Кальдера. Мы вместе под названием Кальдера. Окей. И опять наши любимые птички. Ну как же без птичек? Блин, вот же метки, а? Ракеты, блин. Так, ну ладно. Идем наверх. Так, стоп, сейчас я хочу убедиться, что я тут ничего не пропустил. Так, тут у нас никакого прохода нету. И тут нету. Значит, все. Дополнительных ништяков тут нет. Тогда можем теперь спокойно подниматься наверх. Так, тут ничего не ломается. Так. Путь закрыт. Окей, значит, туда мы пока войти не можем, да? Окей. И у нас очередной сейв. Ну что ж, давайте засейвимся. Окей, продолжаем. Продолжаем. Так, что у нас? Давайте жидкие. Забираем наши ништяки. Так, ломаем. Окей. Так, что у нас тут? Ничего. Так, поломали. Тут поломали. Типа ты думаешь, я тебя послушаюсь? Стой! Ты обрушишь на нас ярость этой горы! Ты обратишь во прах все мои труды! Так, хорошо, что будет, если мы повернем вот это? Чтобы открыть эту дверь, требуется устройство. Понял. Стой! Именем самого Посейдона! Да мне пофигу на Посейдона. Прости, братиш, но так надо. Терра. Знакомое название. Вроде бы ж такая онлайн-игра есть, которая была недавно выпущена. Вот уже много лет мой народ ждет пришествия нашего освободителя. Гея предвидела наше спасение. Призрак Спарты. Я здесь не за тем, чтобы вас освобождать. Ты такой наивный, Кратос. Тебя привела судьба. Я нужна тебе. Ничего мне от тебя не нужно, Терра. Освободи меня, или разделишь мою судьбу. Ты умрешь здесь, со мной. Выпусти меня, и получишь мою силу, иначе мы оба обречены на вечные мучения. И что мне с тобой делать? О, нет. Ну что ж, мои зрители и подписчики, я сейчас отключаю FPS. И тогда мы сможем сделать этот поворот аналога. Ну что ж, я снова с вами. Так, ну, сейчас вы будете наблюдать вот такую вот сцену.
всего лишь сколько? 8 FPS. Так что тут уж извиняйте. Так. Тянем. Проклятие Терры. Сила Терры может усиливать клинки Афины с помощью огня. Ого, третья полоска. Ништяк. Так, это все получается? Мы должны теперь возвращаться, да? Ладно, ну сейчас я снова выключаюсь, подниму FPS и продолжу. Ну что ж, понеслась. Я так и думал. Проклятие Терры. Удерживайте R, чтобы воспламенить клинки. Индикатор огня постепенно опустошается, но восстанавливается за время покоя. Удерживайте R. Сейчас попробуем. Броня не уязвима, я больше так только помню. Ага, понял. Так, зажимаем и понеслась. Так. Ждем. Так. Да ну что ж такой шустрый? Да, блин, не получилось. Ладно. Попытка не пытка. Отбираем. Устройство автоматона. Это устройство, оружие автоматона, также выполняет роль ключа. Интересно, куда же Кратос его засунула? Так, ладно, друзья, я сейчас отключусь и уберу вот эту штуку справа, если вы успели заметить, конечно. Окей, мы продолжаем. Так. Ну что ж, открываем тогда. Бешено крутим. Окей. Еще один глазик. Архимедов винт использовался для того, чтобы подавать воду снизу наверх. Жители Атлантиды усовершенствовали эту технологию, создав винты из редкого, почти неразрушимого минерала, способного выдерживать высокую температуру. Они разместили такие винты в ключевых точках внутри вулкана для управления давлением внутри него, надеясь избежать извержения, которое могло уничтожить Атлантиду и положить конец великой цивилизации. Понятно, и Кратос теперь должен это все разрушить.
Классненько, однако. Так, а, все, я теперь, кажется, понял. Теперь мы сможем сейчас ту стенку развалить, да? Понятно. Как всегда, вход засыпало. Проклятие Терры. Удерживая нолик, нажми R, чтобы снести пробитую стену. А, удерживать. Удерживаем. А, так, и... Неплохо. Забираем наши ништяки. Окей. Так. Что, мне вниз теперь? Иди ко мне, Минотаврик. О, на вас даже два. Это ж больше веселья. Ладно, провтыкал этот. Так. Сейчас мы тебя покараем. Я люблю карать. Так, ну что ж, заберем жизни. Окей. Так, ну что ж, плывем тогда. Ну, как всегда, нам, чтобы было не скучно, дают кого побить. Ну и вправду, мне не скучно. Так, хорошо. У нас 7000 опыта. А для улучшения клинков нужно 9. Ну хорошо. Еще немного осталось накопить. И у нас сейф. Хорошо. Давайте откроем ништяк. Рог Минотавра. Понятно. Ну что ж, зрители и подписчики, давайте на этом закончим данный выпуск и продолжим позже слегка. А на сегодня все. Всем пока-пока.